Главный тренер команды «Болгарь» Юрий Фарзунович Газаев. Ваше мнение по матчу? Ну, мнение такое, что моментов, в принципе, много не было. А у наших ворот практически даже попыток каких-то я тяжело вспомнить, за исключением, конечно, вот эта такая грубая ошибка. И по ходу я вообще предполагал, жалко ей было бы, если бы ничью сыграть. Но так уж бывает, это футбол. Когда одна команда и контроль, в общем-то, был за нами, и давление определенное было, да. Поэтому напряженный матч, и видно, соперник старался, но видно, наверное, времени мало у вас было для того, чтобы это была полноценная сыгранная команда. Поэтому такого пока нет, и вам надо работать, и, безусловно, и очки сегодня и нам нужны, и вам нужны для того, чтобы решать задачу. Ну, а ребят своих сложно упрекнуть, потому что... И, в принципе, они выполняют то, что сказали, они обезопасили собственные ворота, они пытались быстро атаковать, но соперник тоже заботился об этом. Контроль был, давление определенное было. Думаю, поле не такое идеальное. Но, тем не менее, надо отметить, что за, ну, наверное, последнее время, это может быть и работникам комплимент, стадиона надо сделать, чтобы подготовили поле к ранней весне в очень хорошем состоянии. Поэтому традиционно могу сказать, что город футбольный, болельщик свою команду любит. Большой футбол к вам придет, и поэтому желаю вам и команду сохранить, но нам это в любом случае сохранить, я имею в виду, а не того, чтобы стать пока на ноги здесь, сохраниться в первом дивизионе, а потом какие-то серьезные задачи решить. Спасибо, удачи. Спасибо.